Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем родить рух под названием Чейзен. В прошлой серии мы с вами одолели какой-то червяка, похожий на дюну. И мы теперь в замке. А в замке мы с привидениями погибнутых шахтеров. Да. Атакуют они. Быстро. Нужно им 4 удара. Четыре удара, чтобы грохнуть призрака. И радиус у них довольно большой. Скажу я вам. Замаха киркой. Сюда можно попасть. Там что-то снизу есть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вин Трел. Королева Трела. Нужно было все-таки туда пойти. Опа-на! Все, я получил подкаты. Я получил подкаты. Теперь мы можем вернуться в начало. Или не можем. Что мне делать? Я вернуться назад не могу. Типа сюда я доцепляюсь, но выше нет. А, мне выше не нужно идти. Ну, нормально, все, сейчас вернемся. Нет. На самом деле вот такой деф, он довольно быстрый. Скелет. Скелет, шахтер, призрак. Ну, хотя бы он так сильно наносит. Еще пещерка. Так, что-то взорвать могу. Добро. Здесь у нас уже 4 с вами прохода. Подкаты. Подкаты я могу заюзать с той стороны. Однако это далеко идти вниз. Ой, а так неудобно, слушайте, телепортироваться. Ладно, тогда сделаем вот как. С той стороны. Не, ведь нужно снизу, да, появиться. Я не помню. Да, кажется, сюда. Кажется, сюда. Ну, а теперь я всех ваншочу здесь. Это прелестно. Меньше времени будут тратить.
Ой-ой-ой, мне начали больше это токсик убивать. Раньше мне по 3 наносило, теперь по 5. Значит, он наносит по это в процентах. В процентах от моего хп. Так, молоток. Это не... Это лопата. Тыш. А теперь мы можем с вами идти и копать. Так, так. Где я мог копать? Кстати, точечки это походу где я мог копать, да? Погнали выкапывать. По крайней мере, я теперь ваншочу, поэтому... Как-то так. Даблкил. Сейчас посмотрим. Первое должно быть внизу. Да, это оно. Угу, копает. Секретный мешок. Походу, это сюжет от этого. Шахтером. Что? Давно там этот сундук? Но я не допрыгиваю. У нас урона у лопаты. Лопата не атакующая. Держу в курсе. Как вы это представляете мне достать? Не достаю. Не достаю. Да, сохранится. А видите, значит, он только хп регенит и все. А это даже он не пытается мне отхилить. А, я ж могу цепляться, точняк. Попытаться еще тогда раз. Попытаться зацепиться. Нет. Не вариант. Здесь не вариант. Ладно, возвращаемся обратно. Когда я вообще даже не знаю, как серию назвать. Ищем сокровища. Более подходят на правду. Только замечу, что я их открывать не могу, эти сокровища. Плевать, просто бежим. О, железо-то неплохо. С железа могу скрафтить себе предметы, скорее всего, или улучшить меч. Или то, и то. Ты-ты-ты-ты-ты.
Блин. Это довольно нудное это занятие. Честно. Довольно нудное. Не, давайте тогда я наверх. А потом пойдем влево, потом вправо. Вниз. Как раз там есть проход, где еще не был. И, в принципе... Его, кажется, вообще даже не дают опыта, да? Виноградик. Виноградик. Ага, это был виноградик, я понял. Я сюда шел ради виноградика. Проходов больше никаких нету. Так, там я не залезу, там сундук. Да, значит, нам нужно сюда пока что бежать. Давали бы что-то ценное хотя бы. Ладно, буду деф юзать. Ой, ничего не ваншотится. Железо. Тупые мыши. Так, вижу сундук. Значит, это еще один сундук просто. Кончик. Ох, лист. Знаете, я что-то я немного чувствую из этого. Кастельвания. Немножко из Кастельвании. Так. Скорее всего, он по радиусу еще плюс атакует. Ладно. Меч. Вперед. О, стоит, там наверху есть проход еще. То есть у меня еще два места, где не было. Допустим. Жалко, что я хлыстом зацепиться не могу. Не понимаю. Не понимаю. Я его не убил. Теперь убил.
Как мне? Он не допрыгивает. Окей. Окей, лады. Долгий спуск. Вот это место. Вауч. Level up. Опасная крыса. Очень опасная крыса. Здесь она того стоит, куда я иду. Так, ладно, сначала сюда завернем. Опас. Защита. Да, мимо ведра прыгнул. Прыгнул мимо ведерка. С той стороны у нас. Допустим, сюда. Допустим, пойду сюда. Фиолетовое, фиолетовое, фиолетовое. Это у нас максимум этого. Ой-ой-ой. Тут не забраться. Еще максимум нашел. Отлично. Просто бежим и не обращаем на крысу. Так, ведерки, везите меня. Просто бежим прямо. Добыча мяса. Ладно, просто бежим тоже дальше. Это лампа. Где мы лампу должны были заюзать? Хер его знает.
Ага, я вижу участок, хорошо. Так, осталось только добежать и выжить. Осталось добежать и выжить. Главное, чтобы меня не раздавило. Чтоб меня еще не убило. Летучая мышь, отстань! Нет! Все. Здесь я дальше выживу. Да? Дальше я выживу. Выживу, выживу, выживу. Ой. Все-таки мне еще тоже нужно два удара. Чик. По морде. Не хочу драться. Вот с этими сражусь. С этим не хочу. Кубочка. Морковочка, морковочка. Птичья шапка. Что ты даешь? Sailing, fighting, work, father. Ладно. Читайте, мы туда просто пошли ради темноты. Может, он типа фамильяр, который атакует врагов. Кто знает? Кто знает, кто знает? Ауч. Ауч. Может, те, кто меня замахивается в ближнем бою, птичка атакует. Попробуем в эту теперь только сторону. Нет. Страница, да. Здесь мне нужна телега. Как мне туда вниз попасть? Там уже 100 пудов какой-то проход есть. В этом просто уверен. Только где? Тоже фиг знает.
то, что мне нужно было. Закрытый участок, в который фиг попадешь. Как так можно? Чтоб туда не попасть. Я не понимаю. И туда я не смог залезть наверх. Да, видите, здесь в основном один и тот же ландшафт. Типа другой этот. Как его назвать? Ландшафт один и тот же. Но разная структура. Допустим, там у нас был лифт, там у нас не было лифта. Но в таком духе. Да, в принципе, можно сказать, фига у нас тут нету. Фига такого здесь нету. Таймлэпс. Парковочка. Лучше задамажиться просто от то, что я дотронулся до врага, чем то, чтобы он меня коцнул. Птица моя, птица. Здесь тоже, да, ничего такого. Окей, где наш телепорт? Будем выбираться с этого места и заканчивать уже серию. Все, что меня интересовало, я нашел. Поэтому как-то так. Знаешь, что мы сделаем? Телепорт. Телепорт. Кажется, здесь, да? Да, здесь. Сейчас мы пойдем с вами наружу. Пойдем к кузнецу сходим. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бай. Меч такой же, вот этот получше будет. Хера себе, но это большой очень меч. Тот длинный, это большой. Сабля. Саблю можно. Саблю можно. Хера себе шлем. А ну-ка. А ну, в принципе. Да.
скина продать, продать. Продать. Крафт. Ого, палуца какая. Давайте, в принципе, палку создадим. Это, скорее всего, тяжелая, да? Это быстрая. Так, говорить, купить. И это, видите, все равно получше будет сабля. Так, хорошо. Ах ты, ё-моё. Я на шляпу меняю. Ну ладно, плевать. Блин, так бы мне питомец был. Черт, могу я продать шляпу? Так, у меня птичка есть. А так у меня интеллект увеличивается, монетки, удача. Я... Атака от этих снарядов, черт. Класс. Я ж не сохранялся, да? Далеко я не сохранялся. В принципе, до самого выхода. Ладно, давайте я по-быстрому вернусь. Просто очень жалко вот это потерять было монеты. Я даже вот не подумал об этом. Все равно тут недалеко идти. Зато деньги сэкономил. Зато сэкономил валюту. Потом вернемся сюда и пойдем дальше. Я ж еще, получается, сабли, да, не создал. Так, сохраняемся. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Купить. Го, я попробую, что за сабля. Ну, в принципе. Perfect Congression. Provided Blade. А если б я создавал? Sell. Подожди, крафт. Silencia. Попробуем. В принципе, то же самое, как и этот. Как и сабля.
Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Типа ничем не отличаются. Раз, два, три, четыре, пять. Да, она немного помедленнее будет, но урон побольше. Давайте, короче, сделаем так. Я выйду, зайду, и что мы сделаем? Так, сел. Продаем вот это все. Теперь buy, а нет, tell, поговорим. Теперь мы скрафтим себе вот эту херь. Все. И с ней я буду ходить. Потому что она, во-первых, красивее. И да, типа по урону она в уступает сколько? 7 урона, да? Покупной. Зато сколько у меня денег? 1400. Что у него есть еще было на покупку? Шлем. 29. Блин, хотя... Можно было купить саблю, ладно. Плюс саблю, да и все. Давайте, короче, потом решу с этим вопросом и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.